Всем привет, ребят! Передаю сразу привет житомирским бэкашникам, как Вася попросил. Сегодня у нас будет тройной батл, роллинг между аккаунтами под коллекционера. Посмотрим, потрешуем. Кто, конечно, я не знаю, кто выиграет. Аккаунты немножко разные. Сейчас постараемся их уравнять. Вот такой вот первый у нас аккаунт. Аккаунт бездонатный. Находится в гильдии 21 регион. Кто пропускает БГ, идите мимо. Босс 3 21, босс 5 21, порты 20 00. БГ без пропуска. Двиг 100, пусть серия терегов у вас есть. Третье, пятое места. Гильдия активная, full набор. Кидайте заявочки, вступайте. Так. Смотрим сразу же недостающих. Как хорошо через судьбу видно хотя бы недостающих более-менее героев. Нужен очень Анубис, повелитель бури. Плохо, Фрейя, стрелок есть, Ронина даже нет. Сильно Анубис. В общем, есть кого выбивать. Так, окей, окей, поехали. Не буду смотреть, честно говоря, героев. Поехали, повыбиваем сначала, точнее уравняем. Тут 39 тысяч самоцветов. Поставили его напоследок. Уравняем сейчас до 30. Хорошие уравниловка, ничего не падает. Так, вот так вот все есть. Побежали, посмотрим алтарь. Нормально, нормально. Так, отлично. Смотрите, ремочек сколько есть. Да, герои неплохо, неплохо прокачаны. Как бы без доната. Афинка, воодушевление. Супер. Ладно, поехали. Подустал я уже. Вы это смотрите как один видосик. Дед Мороз, Афина. Неплохо. У меня тоже вот седна недостающая есть. Бигфут, ничего себе, вот это начало сыпать. Фрэнки, Ник, ведьма. Так, душ и ничего походу интересного не будет. Разбили мы уже окончательно рандомчик. Сердцеедка. Ворожей. Суккуб. Блин, этот ворожей нужен был на следующем аккаунте. Повелитель бури. И, ну, в принципе, так, ну-ка. Добьем. Павлик, Павлик, Павлик. Отлично, Павлик, Седна. То, что надо. Ну, поздравляю житомирских пацанов. Теперь будет полегче в некоторых локациях. Так, окей, поехали на следующий аккаунт. Следующий аккаунт моей подписчицы Анны. Анны, Анны. Так, надо, короче, кучу героев разных. Рибит, повелитель бури, Седна, заклинательница, Бигфут, Афина, Ворожей, Рино, Стрелок и новые герои. Окей, это я понял. Сейчас сделаем. Это будет попроще выполнить, чем все остальные.
Так, она находится в гильдии МЕС. Гильдия МЕС ищет активных адекватных игроков 16+, но это, я надеюсь, в возрасте. Пропуск БГ-кик, набор от 50 до 180. Беге, вот так вот я уже заговорился. Первые, вторые места, F, первые места. Добрый общительный коллектив. Ну и смайлик котик. Беседа есть в Вайбере. Кидайте заявочку, вступайте. Ну а мы смотрим аккаунт. Аккаунт тоже бездонатный. Здесь, кстати, есть Анубис, а нету ворожея. Фрая тоже вижу, бегает по табличке. Так, окей, отлично. Не то немножко по талантику. Отлично, огонь. Да нормально, нормально. Как для бездоната, для такой силы. Ронька уже даже есть, он с 8 мажором. В общем, все отлично. Не знаю, или Ронин теперь будет тащить на БГ. Попробуем это, посмотрим, как он будет себя показывать. Со стражами, ну, ладненько, поехали. Не будем отвлекаться. Сердцеедка, Купидон. А вот склад не почистила. Так, хранитель малышник. Я на первом забыл забрать плюшки, надо будет зайти забрать. Так. Ну что, рандомчик. Вот так ты к девушкам относишься. Так, рыцарь, фараон. Как только сказали, сразу начал давать магазины. Все, я тебя понял. Сердцеедка еще одна. Бугрома, да, конечно. Как-то странно. В районе 6, 7, 8 часов, 9 там просто имба падали герои. А здесь непонятно, от чего этот рандомчик зависит, конечно же. Медуза, РТшка. Ну, профессор Рибит, такое себе. Валька. Да. Печаль. Печаль, печаль. Так, сейчас, секунду, ребят. Зайдем к житомирским пацанам. Так, пособирали плюшки. Собрать. Ну, тут все печально. Так, и поехали на третий аккаунт. Так, третий аккаунт у нас Сергея. Так, что нам надо? Нам надо что-то наролить. Бабульку ему надо наролить. Вот такой вот аккаунт. Находится в гильдии Игнес. Первые места. Босс 21.00. Ингресс. Босс 21.00. Есть группа и беседа ВК. Будешь медевин, удачи. Спасибо. Так, вот такой вот начальный аккаунт. Немножко доната уже даже на нем есть. Интересно, интересно. Смотрим героев, что тут есть. Вау, ну супергерои. Просто мега супер удачные герои. Поехали. Даже не будем делать обзор на то, кого у него нету. Уже есть седна, уже получше. Есть фея. Еще одна фея. Еще одна фея. И Булрома есть. И Арташка у тебя уже есть.
Еще одна седна есть. Имба Роллинг. Ну и Фрая есть. На предыдущих аккаунтах есть, ну и у тебя теперь есть. Так, смерть. Рыцарь. Дракос. Ворожей. Да, огонь просто. Так, РТшка. Вот это нападало, сердцеедка. Все, разошлись мы, короче. Понижаем рандом. Снова Зила. Повелитель бури. Ну, хороший начальный аккаунт уже, согласитесь. Для такой силы такие герои. Это просто жесть. Так. Шесть пятнадцать. Ну не знаю, что с рандомом. Смотрите, даже практически ничего не собрали. Но зато у тебя есть вот такие вот герои. И что могу сказать? Поздравляю. Ворожай, Седна, Фрейя, Повелитель Бури. Что еще надо? По сравнению с тем, что у тебя на таблетке стоит, это просто жесть. Окей. Окей, с этим мы решили. Ну что, ребят, думаю, все-таки отдадим победу девочке. У нее все стало печально после роллинга. Точнее, не стало печально, а вообще печально. Поэтому я думаю, пацаны не расплачутся, как малые дети, что мы отдали победу девочке. Мини-киса, еще и такой ник. Ёпта. Да тут мы просто обязаны помочь выбить ворожая. Ну и что-то толковое. Потому что это мини-киса. Так, трак тебе дох. Видите, работает заклинание. Можете попробовать у себя. Так, окей. Поехали. Фрэнки Ронин, блин. Да ладно, когда эти герои есть? Так, малышник. Медуза. Не любит тебя, рандомчик. Вообще никак. Просто жесть. Ну, что смог, то сделал. Не твой день. Хоть наемного убийцу. А, хранитель, у нас даже коробочку выбили. Ну, с этим, в принципе, поздравляю. Забираем. Собрать, собрать. Собрать, собрать. Та-та-та-та-та-та. Ладно. Еще раз помочь им рандом. А вдруг да и повезет. Издевательство, просто издевательство рандомщика. Ну бывает такое, бывают такие аккаунты, где вот такое вот творится, и ты ничего не можешь сделать с этим. Просто жесть. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь обязательно на косики. К Никисе приходил сегодня конь. Но все-таки мини-киса. И конь не смог ничего сделать, ребят. Вот так вот. Все. Всем удачи. Всем пока.